Хеюшки, ребятки, с вами Лекс. Продолжаем играть в Лимбо. И что мы здесь будем делать? Так, смотрим сразу. Ага. Так, и что я должен сделать? Успеть? Так, я не успею. Все, давайте, я по-моему понял, что нужно сделать. Она же качается, получается. Так, раз. Значит, приедет ко мне. Черт возьми, не успел. Ну да, видите, у меня как бы сила инерции еще как бы работает. Она по инерции идет еще влево, то есть вверх. Да нет, чушь, очень тяжело. Нужен прям офигенно момент выбрать, чтобы успеть все это сделать. Ну, по сути, я все правильно придумал, наверное. Да пошел в жопу, да ну нафиг. Ладно. Да нет, надо до конца дождать, я так понимаю, чтобы она полностью была там. И в какой-то момент нужно нажать вовремя кнопку просто. Просто-напросто нужно в какой-то момент. Так, давайте. Вот сейчас. Вот сейчас. Да! Я сделал это. Отлично. А, я бы умер, нифига себе, тут колья. Я только сейчас заметил. Если бы я не нажал вовремя. Так, и что мне тут сделать надо было? И что это было? Так, давайте еще раз. А, все, понял. Офигеть. Я разбился. А что делать-то надо? Как мне допрыгнуть вот туда? А, вот ну что. Ага, надо было прыгнуть сейчас. Вот это офигенно! Да нет, 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 ну ты не то делаешь, друг. Ладно, сбивайся. Вот это тоже офигительно, ребят. Прыгай! Отлично. Прыгай! Супер. Не успею. А если бы за веревку схватился, или я за нее схватиться просто-напросто не могу. Да что ж такое, я ж контрол нажимал. Отлично, первый этап пройден. Второй этап пройден. Ага, за веревку я мог схватиться все-таки. Так, а что мне делать дальше? Подняться по веревке? Раскачать я эту фигню не могу. Ага, и что? И... Я не вижу, что мне делать дальше нужно. Не, веревку-то я могу раскачать, а саму букву О... А, я спуститься здесь могу, господи. Ладно, допустим. Фух. Вижу. Ага, вот оно что. Так, неплохо. Думаю, с этого подхода я уже успею сделать. Не, не успею. Я бы не успел, ребят. Придавило бы. Ну ладно, теперь-то я понял, что нужно было сделать. Бэ! Раз, два, три. Ну что, надо валить. А, там, в принципе, вон шкала, ребят, есть. Что я сразу ее не заметил. Но я не успею. Надо третий раз делать, 100%. Я бы на пилу напоролся. Это не просто так делают разработчики, я уверен, на 100%. Ну, теперь на 100% я успею. Блин, на эту кнопку нажимал. Нет, не успею. Ну, я же говорил. Не на ту кнопку нажимаешь, просто, видите, инверсия, ребят. Сделали так, что... Блин, господи. Здесь разработчики сделали так, что если ты вверх ногами находишься, то тебе приходится для прыжка нажимать не вверх, а вниз.
Как бы прикольно сделали, но тяжеленько становится. Отлично. Вот, все, это 100% успел. Оу! Серьезно, вы что, прикалываетесь? Я не вообще не ожидал сейчас этого увидеть, ребят. Пипец. Да что ж такое, Ctrl вообще не нажимается. Это издевательство, наверное, какое-то. Так, неплохо. Неплохо. С третьего раза-то точно успею. Ну или с какого уже. Сейчас должен все пройти, ребят. Сейчас 100% должен. Хотя бы... Ну, я правда не знаю, что меня дальше ждет. Ух, я уже думал. Да! Но что дальше? Ага, она автоматически включается. А, это магнит. Все, понял, что нужно было сделать. Я надеюсь, это чекпоинт. Да, чекпоинт. Я ж нажал. Что за фигня? Ну все, я труп. Я нажимал, по сути, ты нажал, но нифига. Серьезно просто. Ладно, еще разок. Вот сейчас. Не успел. Да, я сделал это. Давай. Фу. Я живой. Так, а куда дальше? А что мне делать дальше? Все, понял. Мне нужно было просто на землю встать. А, фух, отлично. Это же был чекпоинт еще. Блин, не успел. Хотя... Вы это видели? Зачем я это сделал? Я, кстати, мог уже побежать. Кстати, схватился, очень эпично было. Очень эпично. Если я сделаю так. Да, в любом случае. Надо слушать просто звук. Да он мне в ногу дал, господи. Ладно, последний разок. Это 100% сейчас с этого раза я пройду этот фильм. Я вас обману. Так. А что мне дальше нужно делать? Это было опасненько. Опять нужно ждать. Да что ж такое? Не вовремя, ребят, опять не вовремя. А, фух, это был чекпоинт еще. Так. И куда мы дальше? Оу, щит. А да здесь электричество. И что мне нужно делать-то? А, все, понял. Он разбился, но ничего бывает. С кем не бывает. Оу, черт. А что это? Slow motion у нас начался. Я так и не понял, кто вот это была девушка? Я так понимаю, это концовка или что? Просто первый раз такой момент у нас происходит.
Да, это концовка. 100%, я почти уверен. О, нифига тут трава, смотрите. Трава прям воздух поднимается, когда вы ее касаетесь. В чем смысл? Он в конце все равно умер или что? По-моему, он с этого мира никуда не ушел и остался в этом мире до сих пор. Так, я встать-то могу, интересно? Здесь слоумо, видите, все слоумо. Так. И... Да, у него глаза. Помните начало игры? Абсолютно то же самое было. Он открыл глаза. Ну, мы также им управляли. Он открывал глаза, а потом встал. А может быть, это все круг? Все по кругу идет? И мы сейчас заново будем это проходить? Или нет? Это лишь предположение, ребят. Я думал, конец игры. Оказывается, нет. Ну, такой слоумо у нас был первый раз, ребят. Первый раз. О, вот она и девочка эта. Так, и что же мне... И что же тут будет нас ждать? Она там что-то копает? Руками. И... Что это было? Господи, что это было? Я не понимаю ничего. Что? К чему все это? Где окончание сюжета? Я вообще не понимаю сюжета. Мы появились за парня в каком-то непонятном мире. Увидели девочку. И в конце пришли к этой девочке, и все. Что? Просто... Хотя бы немножко объяснили, блин. Ну ладно. Игра очень атмосферная. А, нет, стойте, стойте. Это тот же самый кадр, ребят. Только здесь уже сломана лестница. Заметьте. Тогда она была сделана, и девочка сидела. И здесь труп. Походу, видите, мухи летают. Две мухи летают. То есть две кучи. Получается, в одной труп и в другой труп. Может быть, они все-таки погибли? Если... Это, скорее всего, игра про загробную жизнь, ребят. Да, действительно так. Господи, я вот понял сейчас, ребят. Скорее всего, это так и было. Как бы наши души, получается, типа... Ее душа и моя душа нашли свои тела, или как так сказать, свои могилы. Блин, ну короче, это лишь предположение, ребят, так что не советую вам прислушиваться его. Но если судить по этому, по тому, как я это все предположил, ну, игра вообще очень круто сделана. Очень. И сюжет даже очень пропитан. Господи, ребят, если вам понравилось, я обязательно для вас пройду инсайт. Инсайт. То есть, сюжет очень загадочен в этой игре. Так же, как и в инсайде будет. Так что я надеюсь, вы поставите лайкосиков побольше. Если будет много лайкосиков, то я обязательно буду проходить инсайт. Но, ребят, это офигенно. Видите, не зря там мухи летают. На этих местах была девочка и мальчик. Мальчик был слева, девочка была справа. И в итоге сейчас они, ну, как только мы дошли до этих мест, в конце игры, мы сразу прошли игру. Мухи там летают не просто так. Обычно мухи летают где? Вот вы помните тот момент, когда... В общем, там, где трупы были, там были мухи. Здесь абсолютно то же самое. Ладно, ребят, я на этом закончу. Надеюсь, вам понравилось. И это вообще пипец. Это пипец. Вынос мозга, а не игра. Не забываем, больше лайкосиков будет инсайт. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Я вас там жду. А с вами был Лекс. Всем добра!